Контингент в соответствии с мандатом ОДКБ о проведении миротворческой операции введен на непродолжительное время до завершения стабилизации в стране. Судя по той обстановке, которая сегодня протекает в Казахстане, уже практически идет к завершению, к локализации вот этих конфликтов. Север и северо-запад страны уже взят под контроль. Практически 90% населенных пунктов, городов и регионов Казахстана полностью взято под контроль государственных органов соответствующих. Еще есть определенная нестабильность в Алматы и Алматинской области, в которой проходит контрактистическая операция. По завершению контрактистической операции контингенты, а сегодня об этом было сказано, руководством стран будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации на территории стран. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана.